Уважаемый Андрей Андреевич, вопрос про обряд Сома и семинара про кубики. Могут ли духи врать? А как часто нужно проводить ритуал, чтобы наверняка? Что-то или кубики, или духи не фурычат пока. Может каждый четверг делать, пока не сработает. Ага, вот этот обряд Сома, который я даю в семинаре кубики, он может срабатывать с человеком, который закончил только 7 ступеней. Для обычных людей он, к сожалению, недоступен. Могут ли духи врать? Они могут не подчиняться. С какой стати им подчиняться вам? С какой стати? То есть только потому, что вы получили духовное имя? Ну, к сожалению, духи могут не подчиняться человеку. Какому? Если человек одержим духами, то он для этих духов еда. Если человек может пресечь в себя, как бы сознанием своего сознания, пресечь страдания своего духа, как это делается? Ну вот человек должен сначала поработить свои собственные вот эти эгоистические наклонности. То есть протерпеть, если там хочет кому-то сказать, если появляется желание, может их выдержать. То есть если хочется кушать, он может сказать себе нет. Если страдает от того, что не ест, может сказать себе нет. И держать как бы в узде свое физическое тело, держать в узде свое эмоциональное тело. Тогда такое сознание не является пищей для духов, и такому существу духи начинают подчиняться. В случае, если вы истерите, если вы горячитесь, если вас там колбасит, если вы беспокоитесь за что-то, то обряд Сомы для вас недоступен, к сожалению. В случае, если много плохого, в случае, если вы грызетесь, нервничаете, обижаетесь, если все негативные качества этого мира свойственны вам, то есть там обсуждение, критика, ненависть, злость, разочарование, огорчение, если вы подолгу можете переживать, нервничать, кого-то ненавидеть, если давно тянется обида, какие духи, о чем вы можете говорить? Нет, потому что они вас не видят, существа, которому можно поклоняться. Вы никого из них не смогли поработить. А если вы никого не смогли поработить, тогда ну никак.